Вас приглашали хоть раз вот на... Один раз на 15-й годовщину дядя меня пригласил. Я стоял там в центре этих гостей. Потом смело подошел, обнял меня, трижды поцеловал по-русски. Вы знаете, говорит, Ингуши, вот этот человек, говорит... Зинского. Вот, Богатырев, говорит. Это такой человек, который еще ни одна ингушская мамаша не рожала. И не, он сделал, говорит, столько, сколько ни один ингуш, для ингушского народа. Я его люблю, я обожаю, все. Вот, из Ярцу. Он вам еще орден, да, дал? За заслуги, да, орден дал. Это президент. Он дал, за заслуги он дал, и за знак почета дал.